Всем привет, вы на канале Apollo Games, и это Red Faction Guerrilla Remastered. Продолжаем играть. Так, я хотел посмотреть, какие зоны у нас тут остались. Мы появились в оазисе, получается, но в прошлой серии мы дошли до сюда. Так, у нас вот миссия. А тут получается... Так, тут все сделано, 4 миссии. Тут одна миссия, получается, еще не разблокирована. И тут 2 миссии, одна разблокирована. Тут какой-то Эос. И зона свободного огня. И все, вроде, больше ничего нету. Ладно, едем на главную миссию. Так, сюда, сюда, да. Смотрим, что там. Так, это что? Мейсон, несколько чиновников мэрии, а, да, обвинены в подделке разрешений. Я взял задание, ну ладно. Да, уже сделаю задание, которое я взял. Надо 3 заложников спасти. Взял свое оружие, там, ракетницы. Мне не пополнились. О, первый раз вижу такую машину. Здесь вообще. Да и вторую вроде тоже. Может, в каждой типа этой зоны разные машины? Фиг знает. Что тут вообще другие машины? Ну, сейчас нам не до этого. Нам... Во-первых, нужен этот джип, чтобы 3 заложников увезти. На карте было поближе, что-то долго едем. Так, вот. Ну-ка, вообще глянуть. Мне показалось, что машина начала сильно шататься от того, что я ее тронул. Так. А, вот, стоят. Я уже несколько месяцев не получала весточки от родителей. Здрасте. Убили гражданского. Так, кто-то мне в спину стрелял. На помощь! Так, кто-то здесь кричал. Да, вот. Эй, вы в порядке? Куда ты стреляешь, а? Сверху. Помогите мне! Так, я что-то вроде на 2-м этаже. Я здесь! Поспешите! Да. Сейчас я развяжу вас, и мы пойдем отсюда. В таких узких помещениях их проще... просто бить оружием. Эй, успокойтесь, все хорошо. Где здесь ближайшее убежище? А, так, всех освободили, все. Выводим. Да стой, куда побежал? Так, с этой стороны еще. Чё, все, надо бежать. Там с той стороны много наступает. Да куда ты бьешь-то? Куда поехал на моей машине? Вы чё? Вот это кидалово. Стоять. Это был мой транспорт. Не, я понимаю, как бы вы свои бы машины забрали, но я на этом джипе приехал. Охренеть.
ладно. Да, возьмем транспорт с ВУЗ. Ехали. Что вы падаете-то? Эй, гранат. Давай, быстрее. Я не понимаю этого прикола, когда они на ходу вылетают просто. Нормально, хоть запилил все. Чудо, как-то вообще медленно едет. Блин, это не похож на этот броневик Созовский. Это немного другой. Кажется. По крайней мере, тот был оранжевый. Может, типа под цвет локации. Здесь машина какая-нибудь побыстрее стоит, потому что броневик броневиком, но до своей миссии я буду долго ехать. Альтернатива грузовик. Не очень. Ставим метку на главное задание. Проверь базу конвоев СОС. Если мы уничтожим ее, то сократим количество конвоев, проходящих здесь. Ну и сейчас. Че я машину-то взял, хотел попробовать. И все, и больше я их не вижу. Заметили, вот. Только не уезжай, пока я тут вылазил. Ну стой ты. Понятно. Просто понятно. И вылез. Чувствую я скорость, думал, она будет мега быстрой. Но нет. Но еще и управляемость какая-то странная. Сейчас здесь задание возьмем. Дождитесь зеленого сигнала перед началом миссии. Я вот про это же. Не знаю, где-то спрятаться. Я так понимаю, это их база. Мы тут же прячемся. Нашей целью станет склад химических веществ в оазисе. Пусть силы обороны Земли считают, будто нашей основной целью является взрывчатка. Но на самом деле наша главная задача – захватить компьютер. Владелец этого терминала работает субподрядчиком сил обороны Земли и имеет доступ к их сети безопасности. Нам необходимы коды доступа из системы этого компьютера. Мейсон, ваша задача проста. Держите вояк из СОС подальше от объекта. Заблокируйте их продвижение по этим маршрутам. Здесь, здесь и здесь. Сдерживайте их натиск, пока наша команда не выполнит свое задание. Как мы заблокируем? Мне интересно. Доберитесь до склада и очистите его. Так, склад. От всех СОС, что там будут.
А, их тут всего три. Будьте начеку. Наш отряд должен там быть с минуты на минуту. Давайте. Опять мою машину сперли, да? Я пока поломаю. Отлично! Теперь за работу! Они разбираются со всем. Мы обустроили тут для вас блокпост. Подойдите сюда и отвлеките силы обороны земли. Не спеши, я тебя возьму назад. Поломаю. Да хватит. Постоянно придавливает. Те ящики, которые мы набираем, да? Правда, мы их уже столько пропустили, что, я думаю, может быть, даже и не стоит уже их ломать. Ну, в смысле, особого как бы нету. Так, ну тут близко, тут можно, в принципе, и пробежаться уже. Направиться к контрольно-пропускному пункту. А, ну они тут уже сами заставы, получается, сделали, да? Остановить наступающие войска, силы обороны земли. Так, они, получается, уже едут. Их нужно остановить. Ну, давай. Залезь ты. И это все? Упс. Да, своего уничтожили. Новый СОС на подходе. Сносите мост. Сносить мост? Сам только через него пойду. Наверное, лучше дистанционками. Мост готов. О, это да, победитель. Не пропускайте их через блокпост. Мы нашли... Так, с какой стороны они там едут? Уже с этой. А это что? А, с этой, получается, тоже кто-то едет. Компьютер, но серьезнее, чем мы предполагали. Нам нужно время. Ой-ой, сами упали. Ну что-то слабовато, как-то слабовато. Очень даже, я бы сказал. На нас напали! Кто-то напал. А, кто-то все-таки объехал. Сюда приехали. На перекрестке к западу от фабрики ракетная башня. Так, последний штурм. Отразить. Где? Да что ж, ничего мне не показывается. А, вот все.
Так, быстро едут. Да нет. Поставим заряды, наверное. Где-то так. Хорошо, мы получили доступ к сети. Загружаем данные. Для начала. Да, немножко не так проехали. Себе штурм, я бы сказал. Не знаю, как-то не впечатлил. Машины пропали. Так, ну и что у нас теперь по заданиям? А теперь нам, получается, нужно что-то делать. Второстепенные задания, чтобы открывались эти. Так. Разрушитель-эксперт. Хотя как-то далеко ехать. Надо посмотреть, что вот здесь прям. Ракет, да, не осталось? А, ну ладно, немного есть. Нормально. Так, там что-то на время есть. И... Так, с этой стороны-то я вообще обойду? Да вроде да. Немного людей. Задание-то. Сэм, насчет тех машин, которые мы ищем, кажется, я нашел одну. Молодец. Теперь отгони эту машину к убежищу. Типа на время. О, еще одна где-то моя машина. На время машину отогнать.
вообще меня не впечатлило. Слишком медленная какая-то. Собственность СОС уничтожена. Что я сделал? Что я уничтожил? Что типа если я покину транспорт, то сразу. Хотя, блин, во всех играх это так. Как-то меня мародеры очень сильно заинтересовали. Когда я их уже перестану называть опустошителями. Так вот, я, наверное, думаю, я за кадром все это сделаю. Второстепенные миссии не очень интересно смотреть. И будем продолжать. В следующей серии главная миссия. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.